самарской школе номер 6 прозвенел последний звонок. Впереди выпускников ждут экзамены и поступления в вузы, но сегодня они празднуют свой выпускной. Разделили торжество с выпускниками их учителя и родители, которые весь школьный путь прошли вместе с ними. Поздравила ребят и глава города Елена Лапушкина. Она пожелала им идти к своей цели, несмотря ни на что. И мне бы очень хотелось, чтобы на пути к своей цели вы, кроме школьных и институтских знаний, взяли с собой такие понятия, как дружба, любовь, честь, благодарность, гордость и патриотизм. Поверьте мне, только человек, наполненный этими чувствами, может быть по-настоящему успешным. Поэтому я вам от души желаю, чтобы все жизненные экзамены вы сдавали только на отлично. Ребята, мы на вас надеемся. Для учителей и родителей ученики подготовили концертную программу, в которую вошли песни и танцы. Директор школы Светлана Кручинина поздравила выпускников со вступлением во взрослую жизнь и отметила, что строгость и требовательность педагогов были проявлениями любви. Теперь на пороге взрослой жизни нам очень хочется, чтобы она у вас сложилась успешной, чтобы ваша профессия была вами любима, и вы в ней достигли хороших высот. Чтобы вы стали хорошей опорой своей семье, своим близким, своим родным. Чтобы вы стали настоящими гражданами нашей страны и нашего города. И тогда мы будем вами гордиться. Егор Сапугольцев – любитель футбола, но ЕГЭ собирается сдавать по профильной математике, физике и русскому языку. Хочет поступать на теплоэнергетический факультет. Говорит, школа подарила много друзей. За 11 лет я научился в этой школе тому, что самое главное в жизни – это дружба и держаться друг за друга. И после школы, конечно, хочется поступить в вуз, который хотел сдать хорошие экзамены, и дальше идти своей дорогой, не сдаваться. В завершении праздника школьники станцевали вальс, после чего в знак благодарности подарили своим учителям букеты цветов. В финале хор из нескольких классов исполнил прощальную песню. Школа Ломоносова, и друзей нет пока, последнего звонка. Максим Магомедов, Константин Головин, события.